У этих людей имеется чувство собственного достоинства. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. В любви чаще всего выбирают одного партнера на всю жизнь. Но с трудом могут сохранить семью, если им приходится разделять бытовые трудности. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. В основном обладатель этого имени – умная, творческая и свободолюбивая личность с аналитическим складом ума и нестандартным способом мышления. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. У людей с этим именем нет явных противоречий с другими людьми, так что невозможно точно указать даты, когда им следует быть осторожнее. Человек с гласной «Я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. У этих людей в голове всегда полно идей. Умеет достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Очень часто обладатели этого имени увлекаются философией и любят размышлять о жизни. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Они умеют отстоять свои взгляды, но стараются избегать конфликтов. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.